Итак, португальцы разыграли мяч в центре поля. И первая атака этой команды. Марайш делал передачу, но не слишком точно. И сборная Северной Кореи, которую, заметьте, как поддерживают трибуны таким шумом. Северокорейцы идут вперед. И сразу же мяч штрафной сборной Португалии. Опасный момент и удар по воротам, и мяч в сетке. На первой же минуте сборная Северной Кореи открывает счет. И автор этого чудо-гола Пак Сын Зин. Опорный полузащитник северокорейской сборной. Вот так уже на первой минуте начала рождаться сенсация. Сборная Северной Кореи открыла счет. И вы видели, как трибуны приветствуют этот успех. Вообще, сборная